Продавцов пиротехники проверят на соблюдение техники безопасности. Особое внимание сертификатам на продукцию, правилам ее хранения и квалификации сотрудников. Внеплановые проверки продлятся до январских каникул. А пока специалисты предупреждают, неправильное использование даже бенгальского огня может стать причиной трагедии. Так, согласно статистике, ежегодно с приближением новогодних праздников количество пожаров вырастает в разы. Чтобы избежать печальных последствий, достаточно соблюдать инструкцию и учитывать категорию опасности изделия. О том, как встретить Новый год с огоньком, но без пожара, в эфире радио «Губерния» рассказали специалисты отдела защиты прав потребителей, спасатели и сотрудники скорой помощи. Ну, использовать пиротехнику внутри помещений как бы у нас не допускается. Вот, надо использовать желательно на открытом воздухе. Если на пиротехника продается, вы можете потребовать у продавца сертификат соответствия на предмет соответствия и вот этому правилам Единого таможенного союза, которым она есть. Это уже будет гарантировать, что данная пиротехника не поддельна.